перепрофилированные под лечение пациентов с пневмониями и новой коронавирусной инфекцией отделения Мытищинской городской клинической больницы за последние сутки поступило 38 человек. На данный момент на лечении находятся 623 пациента. За сутки в Московской области зафиксировано 411 случаев заболевания коронавирусом. 7 человек скончались, 225 справились с вирусом и покинули стены медицинских учреждений.